Учебную эвакуацию в первый день весны провели во всех объектах медицинского и социального назначения города Гродно. Проверка готовности учреждений к действиям в случае чрезвычайной ситуации началась в одно и то же время, ровно в 11 часов дня. Пожарная сигнализация внезапно сработала и в Гродненском областном клиническом центре психиатрии и наркология. О проведении учебной тревоги заранее здесь никто не знал. По легенде, на 6-м этаже в отделении реабилитации произошло возгорание. Двое человек, которые из-за огня и дыма не смогли сами покинуть здание, были спасены силами МЧС. Были проведены мероприятия по отработке элементов эвакуации, обслуживающего персонала. Если мы сегодня говорим про учреждения здравоохранения, то и больных. В целом, если давать оценку действиям обслуживающего персонала вот этого отделения, конечно же, в принципе, мы отмечаем достаточно высокий уровень подготовки. Ну и в том числе, конечно же, и проверяем действия работников МЧС, которые прибывают сюда согласно расписанию. Обслуживающий персонал областного клинического центра сработал мгновенно. Сотрудники психиатрии и наркологии оперативно организовали эвакуацию. Чтобы всем покинуть здание, потребовалось менее 5 минут. У нас несколько лет назад была внештатная ситуация, когда в канал вентиляционный попали спички, и просто пыль в этом канале загорелась, и дым был. МЧС к нам приехала через 4 минуты, и отделение, которое находилось в том этаже, над которым появился дым, оно уже практически было внизу. Данное мероприятие проводилось в рамках республиканской акции «Единый день безопасности», приуроченной ко Всемирному дню гражданской обороны. Учебные эвакуации в Гродно будут продолжены.